Накануне жители Тувы смогли по достоинству оценить комедию, представленную Московским театром «Мьюзик Холл». Премьера спектакля «Страсть Аполлона» собрал полный зал любителей театрального искусства. По словам народного артиста России Валерия Гаркалина, зрители труппу приняли с теплом и пообещал приезжать в Туву чаще. Я очень рад знакомству с вами. Очень открытые, очень искренние люди. Теперь-то я зачищу. Отлично. Во всяком случае, будем стараться с продюсером. Это дело каждый раз. Мне много проектов хороших проектов. Актерскому составу удалось создать по-настоящему смешной спектакль в добрых традициях итальянской драматургии и фарса. Каждая роль все равно как ребенок. Что? Да нет, любую роль артист любит. Если он ее не любит, лучше ее не играть. Вот. А то, что разносторонний, это счастье, везение. И если актеры его используют в разных амплуа, это счастье. Страшно, когда актеры используют только в одном. Сама история, которая легла в основу постановки, очень простая, но в то же время захватывающая. Два друга решили заработать хорошую сумму денег. А с чего мне веселиться? На мне наручников нет. Это вам весело. Как жаль, дорогой, что у нас нет второй пары наручников для тебя. Почему же нет? Есть вторая пара наручников для вас. Давайте, давайте. Смешные ситуации, самое настоящее чувство, которое расцветает как цветок, по ходу пьесы не оставило никого из присутствующих в тот вечер равнодушным, подарив огромное количество позитивных эмоций. Напомним, спектакль «Страсть Аполлона» или «Во всем виновата собака» поставлена по мотивам произведения «Укравший ногу, счастлив в любви», вдающего итальянского драматурга и режиссера Дарио Фо.